привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. 1,5 года назад, спасибо моему еще тогда будущему мужу Борису Маркелову, что он мне подсказал облачный майнинг HashFlare. Сначала я туда внесла $50, а потом, спустя некоторое время, я смотрю, что биткоин растет, и когда биткоин был $600, я купила один биткоин. Потратила я тогда 60 тысяч рублей. И сейчас биткоин уже очень сильно вырос и продолжает расти. И все мои доходы, соответственно, тоже продолжают расти. И я вывожу каждый месяц кругленькие суммы. И сегодня вот я реинвестировала $100. И сегодня я вывела 16 ноября еще 13 тысяч рублей на свой Kiwi кошелек. Сейчас зайдем в Kiwi кошелек, я вам все покажу. Через мониторинг обменников я вывела 13 тысяч рублей. Советую всем покупать вот такие мощности. У меня здесь еще есть эфириум. Ну, эфириум я всего тогда вложила $100, и мне капает потихонечку 57 центов. Вот здесь, если смотреть прогноз доходности за год, он составляет более $4000. И биткоин обещает к Новому году уже $10000. То есть это очень-очень выгодно и тем более проверено. Чтобы зарегистрироваться по моей ссылке в этом облачном майнинге, нужно перейти под видео и найти ссылочку. Но перед этим нужно вам почистить куки, чтобы вы попали именно под меня. И тогда вы можете уже задавать вопросы по поводу, какие мощности покупать, и как выводить и так далее. Мои контактные данные будут под этим видео. Всем пока!